Когда было вознесение, пророк Мухаммад говорит, саллаллаху алейхи вассалам, Джабраилу говорит, сирату аль-халабия пишется, он ему говорит, Джабраил, слышишь, голос азана издается. Ангел издает голос азана. И он издает тоже, икама тоже, который мы издаем обычно. Он говорит, знаешь этого ангела? Ангел Джабраил говорит, я до сих пор его не видел. И пророк его спрашивает, саллаллаху алейхи вассалам, неужели есть ангелы, которые ты не знаешь? Он говорит, этого ангела я до сих пор не видел и не знал. И когда пророк разлучался, пророк, алейхиссалату вассалам, с Джабраилем, Джабраил говорит, как было сказано Умара Сахаджием, сказал, дальше пойти я не имею права. Он говорит, значит, ты дальше не был? Да, говорит. Значит, я иду дальше того места, которое ты имеешь на это право. Ангел Джабраил дальше пойти права не имеет. И пророк Мухаммад говорит, я иду дальше того, куда ты имеешь право пойти? Он говорит, да. Тогда Джабраил, есть ли у тебя просьба, чтобы я попросил Всевышнего Аллаха? Я ведь дальше тебя иду. Он говорит, да. И что? Он ему говорит, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, вот ту умму, которую ты любишь, мы, альхамдулиллах, когда подойдет мост Сират, попроси Всевышнего Аллаха, чтобы он позволил мне, чтобы твоя умма по мосту Сират не прошла, а через мои крылья прошла. Пускай проси Аллаха, чтобы он мне разрешил расстилать свои крылья под уммой твоей. Саллаллаху алейхи вассалам. Вот обратите внимание, почему Джабраил полюбил нас так, что попросил через пророка расстилать свои крылья под нашими ногами. Из-за того, что он видит, что пророк нас так сильно любит, эта любовь перешла и Джабраилу, алейхиссалам. Смотрите, как сильно он нас любил. Вот сейчас посмотрите рядом, кто с вами сидит. Ведь каждый из нас любимец пророка, саллаллаху алейхиссалам. Смотрите налево, направо. Придете домой, в глаза своих детей смотрите, жены смотрите в глаза, соседи посмотрите в глаза. Каждый из них – это любимец пророка, алейхиссалам, который говорил при смерти, когда был умма, моя умма, каждый из них он переживал. Каждый из них – это мы. И когда возвращался пророк с Миараджа, он сказал Джабраилу, алейхиссалату вассалам, говорит, Джабраил, Всевышний Аллах принял твою просьбу. Ты имеешь право расстилать свои крылья под нога моего уммы. Сирату аль-Халабия пишет это. Вот такая просьба была выполнена пророком, алейхиссалату вассалам, от Джабраила. Вот обратите внимание, вот эта любовь, практикуем ли мы его у себя на жизни? Мы иногда по исламу говорим, сосед тебе по щеке побьет или кто-то другой мусульманин, поставь другую, мы на это не способны. Потому что мы ради чего-то другое, наверное, это делали. Но ведь пророк, алейхиссалату вассалам, когда мы знаем, что пророк любил каждого из своей уммы вот так, и при смерти, когда был говорит, когда ангел смерти подошел, а где Джабраил? Он говорит, не зашел он. Он у двери стоит. Позови, говорит. Позвали. И пророк спрашивает, алейхиссалату вассалам, что Джабраил? Наскучно было, что не подошел ко мне? Он говорит, при смерти на тебя не хотел посмотреть. Он говорит, какая мне радость ждет. Он говорит, ты первым войдешь в рай. Нет, не это имею в виду. Он говорит, ангелы ждут тебя, пока ты поднимешься, твоя душа. Он говорит, не это я имею в виду. Он говорит, из твоей уммы 70 тысяч человек без отчета войдут в рай. И прочитал такой аят, который есть в Коране, бисмиллахи рахмани рахим. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Всевышний Аллах даст тебе право на заступничество, пока ты сам будешь доволен, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. И пророк говорит, пока один человек из моей уммы будет в аду, я не буду доволен. Вот такой у нас пророк, заботливый о нас, саллаллаху алейхи вассалам. Этой любовью пророческой нам следует посмотреть друг другу в лицо.
когда мы прощаем, когда мы какие-то обстоятельства бываем, ведь этот человек любимец пророка, алейхиссалям. Ведь этот человек, хоть сейчас со мной в конфликте, он любимец пророка, алейхиссалям. Думаю, тогда у нас получится многое изменить в своей жизни. Мы же говорим, что смотря на намерение, бывает итог наших деяний. Если мы ради того, той любви, которую пророк, алейхиссалям, любит каждого из умы, уважаем своих соседей, детей, жен и других, то через эту любовь пророческую, алейхиссалям, мы сможем много чего прощать друг другу и помогать друг другу, и, конечно, быть полезными друг другу. Дай Аллах нам чистые, искренние намерения и следование за путем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Алхамдулиллях.